Двухраундовый поединок в промежуточном весе 80 килограммов. Синий угол клетки. Добро пожаловать, боец из Республики Беларусь. Встречайте, Сергей! Очень опытный боец из Беларуси, Сергей Фалей или Фалей. Я думаю, так и так можно называть. Везде, практически на каждом турнире, на серьезном турнире он проводит свои поединки. И всегда он для любого бойца очень и очень опасен. Огромный опыт. На турнире Колизей великолепные поединки он показывал, особенно полуфинальный бой. Он продемонстрировал великолепный. Правда, проиграл в равном бою. Его соперник Александр Кахиани. Это будет настоящая проверка у Александра. Сергей Фалей не только ударник, хороший борец. Очень хорошо дышит, очень хорошо физически развит. Красный угол клетки, добро пожаловать, боец из России. Приветствуйте, Александр Кахиани. Заходит в ринг, сжимает руку своему сопернику и слово Александру Загорскому. Итак, знакомьтесь с соперниками. В синем углу клетки 23-летний боец. Его вес 78,4 килограмма. Профессиональный рекорд 23 боя. 17 побед при 6 поражениях. Трехкратный чемпион Республики Беларусь по рукопашному бою. Чемпион М1 Selection Беларусь. Представляющий клуб Академия ММА из города Молодечно, Беларусь, Сергей Фалей. Его соперник в красном углу. Ему 26 лет, вес 83,3 килограмма. Профессиональный рекорд 3 боя, 2 победы, 1 поражение. Мастер спорта по армейскому рукопашному бою, боевому самбо и универсальному бою. Представляющий файт-клаб Кострома, дамы и господа, из России, Александр Кахиани. Тоже достаточно опытный Александр Кахиани и мастер спорта по рукопашному бою, по боевому самбо. Я думаю, он готов к данному поединку и будет все делать грамотно. Но посмотрим. Россия-Белоруссия, противостояние. И это только интересно. Первый раунд. Многоударный. Техники нам демонстрирует Кахиани. И лоу-кик, и хай-кик мы уже видели. Много двигается. Ну и покрупнее он своего соперника, Сергея Фалея. 80 килограмм назвал Александр Загорский. Тот вес, на весах который показал Александр Кахиани. Хорошая обменка. Есть попадание. Очень хорошо данный поединок начинает Александр Кахиани. Три боя провел, две победы. Больше намного боев провел Сергей Фалей, 23 боя, 17 побед. Опыт на стороне белоруса, но желание, подготовка в данном отрезке уже у меня, на мое зрение, у Александра Кахиани. Очень много ударов наносит и великолепный проход по две ноги, и переводит он поединок в партер. Прижимается Фалей Кахиани. Спокойно, спокойно. Вот так и стучи по корпусу.
Стучи так по корпусу, Сань. Не спеши, не спеши, аккуратней, Саша. Накати его к сетке, поднеси. Клетки. Да, да, поднеси его. Аккуратней, смотри, аккуратней. Секунданты пока подсказывают Кахьяне, чтобы он был аккуратней. Также прекрасно понимают, что Сергей Фалей опасный. Даже будет, если находиться на спине, также может благодаря своему опыту выполнить какой-либо прием. Но неплохо работает на добивание Александр Кахьяне. Очень грамотно он контролирует ту ситуацию, в которой он находится. Находится он в положении сверху. Никуда не торопимся. Пытается оторваться. И очень жесткий удар он наносит. Вот так, Сань, не спеши, не суети. Не суети. Еще нога. Давай, бей, давай, бей. Стучи, 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 отбивай. Вот так. Но успевает Сергей Фалей подняться в стойку. И еще одна попытка перевода в партер от Александра Кахьяне. Очень удачная. И опять сверху он находится и пытается работать на добивание. Да, интересный поединок, и самое главное, самое интересное, Александр Кахьяне себя раскрывает в полную силу. Я думаю, большой плюс ему такая работа против Сергея Фалея. Если он одержит победу, это будет как двойная победа для Александра. Сергей очень, повторюсь, и очень опасный боец. Очень хорошее добивание очередное от Кахьяне. И еще одна попытка прохода в ноги. И еще раз он сваливает на силу ринга Сергея Фалея. Практически не чувствует он своего оппонента. Очень хорошую подготовку он прошел. Но не будем забегать вперед. Посмотрим, что он показывает. А показывает он очень и очень хороший поединок. И еще раз попытка подъема в стойку Сергея Фалея очень и очень удачная. Ну что, продолжает поединок в стойке. И еще одно попадание от Кахьяне. Я думаю, тяжело сейчас приходится Сергею Фалею. Много ударов он пропустил. Еще один великолепный бросок. Ну что, за спину заходит Александр Кахьяне, попытался выйти на удушающий, передумал. И бой продолжается в стойке. Достаточно открытый поединок. Очень много ударов бойцы наносят друг по другу. Вопрос в одном. Хватит ли сил у Александра Кахьяне, чтобы вот так продолжать весь поединок? А впереди еще и второй раунд. А сил он надает очень и очень много. Контролирует данную позицию Сергей Фалей. Не дает он выполнить прием до конца, но смог из последних сил Александр Кахьяне взять свою позицию. Ну что, заканчивается первый раунд. Великолепный раунд для Александра Кахьяне. Можно сказать, в одну сторону этот раунд прошел. Но еще раз, еще впереди у нас второй раунд. И хватит ли сил у Кахьяне отработать в таком же темпе и второй раунд. По своим поединкам Сергей Фалей показывал, что он дышит всегда очень и очень хорошо. Я всегда повторяюсь, по два раза говорю. Это значит уже прям, чтобы было так уверенней. Но первый раунд, я думаю, Александр Кахьяне и хотел закончить досрочно. Очень много наносил ударов, находился в положении сверху, но всегда Сергей Фалей выходил с всех позиций. Второй раунд. Пытается сам в атаку пойти Фалей. Есть попадание, двойку наносит белорус. Еще одно попадание от белоруса. Да, это сказывается усталость Александра Кахьяне. Нужно Александру немного подвигаться, я думаю, продышаться. Много сил отдал он в первом раунде. В
более раскрепощен во втором Сергей Фалей. Работает, понимает, что он проигрывает поединок, пытается идти вперед. С апперкота наносит удар, попадает подбородок Кахьяни, выдерживает этот удар Кахьяни. Попытка прохода в ноги, но опять на контроле Беларусь, коленом бьет. Сам же и пропускает, да, очень зрелищный поединок мы наблюдаем. Весовая категория до 77 килограмм, Сергей Фалей, Александр Кахьяни. Напомню, все это проходило 17 октября в городе Ярославль на турнире под названием «Octagon Fighting Sensation» и организатор данного турнира Багракян Артур. Багракян. Коленом все больше и больше пытается носить удары Сергей Фалей. Правое прямое попадание от Фалея. Контролирует шею Сергей. Пытается выйти на боковой контроль. Александр тоже понимает, что это будет происходить, и не дает. Мы видим уже сверху белорус оказывается и пытается уже залезть в маунт. Защищается Александр Кахьяни. Вот о чем я и говорил, что Сергей Фалей очень опытный боец, очень терпеливый боец. И мы видели, как практически избивал его в первом раунде Александр Кахьяни. И мы видим, что теперь Сергей Фалей с новыми силами продолжает работать и уже преимущество на стороне белоруса. Секундирует Вадим Куцый, победитель первого поединка сегодняшнего вечера, Сергея Фалея. Пытается Сергей извозить Александра Кахьяни, находясь сверху. Неприятный удар он наносит, постоянно давит на своего соперника. Приходится защищаться и тратить очень много сил Александру Кахьяни. Была возможность досрочно победить у Александра в первом раунде. Очень многие удары доходили до цели. Хорошие броски в его исполнении проходили, но функциональная подготовка не позволила Александру Кахьяни также работать и во втором раунде. Он подустал, мы это видим. Работает на характере, на воле. Я думаю, как бы ни закончился данный поединок, победой Сергея или Александра, это большой опыт для Александра против вот такого бойца, как Сергей Фалей. Работает, я думаю, вырастет Александр. Это только четвертый бой Кахьяни. Профессиональный четвертый бой, а так уже достаточно опытный среди любителей и чемпион России по боевому самбо, и мастер спорта по армейскому рукопашному бою. Очень много титулов имеет Кахьяни. Ну что, полностью доминирует во втором раунде Сергей Фалей. Пока получается защищаться у Кахьяни, но сил все меньше и меньше. Не получается выйти из захвата Кахьяни. Не дает ему ничего сделать Сергей Фалей. И потихонечку наносит много ударов. Он пытается освободиться от захвата и продолжает работать в данной позиции. Она ему очень удобна. Ну что, заканчивается второй раунд. Полным преимуществом Сергея Фалея. По раундам 1-1. Будет ли экстра раунд третий, дополнительный, тоже будет. Если он и будет, то в пользу Сергея Фалея. Мы видим, что Александр Кахьяни очень устал. Да, экстра раунд. Посмотрим, восстановит ли силы Александра Кахьяни. Бой очень зрелищный. Но Сергей Фалей смотрится посвежей. Итак, третий.
Что решающий третий раунд. Лоу-кик наносит Александр Кахиани. Еще один. Правый боковой доходит до цели Фалея. Еще одно попадание. Еще одно. Очень много попаданий. И к чему приводят эти попадания? Они приводят к нокауту. Три подряд удара пропустил Александр Кахиани. И победа Сергея Фалея нокаутом мы видим. Четко в подбородок и еще попытка добивания, но рефери вовремя подоспел и остановил поединок. Победа Сергея Фалея. Надеемся, что Александр Кахиани восстановится после данного поединка и будет нас радовать дальнейшими боями. Очень перспективный боец, очень интересный боец, но не получилось у него выиграть досрочно в первом раунде и не хватило функциональной подготовки. Есть над чем работать. Благодарит Сергей Фалей Александра Кахьяни за поединок. Еще раз напомню, бойцы всегда уважают друг друга, когда они проводят поединки друг против друга. Итак, дамы и господа, время остановки боя 44 секунды третьего экстра раунда. Победу нокаутом одержал Сергей Фалей. Республика Беларусь. Аплодисменты его сопернику Александру Кахиани. Сергей Фалей!